от места, где мы стоим, расположен лагерь уничтожения. Ты, наверное, читала в газете о лагере на Майданке. Так этот лагерь в несколько раз превосходит Майданок. 6 миллионов человек было уничтожено там. Камеры, в которых людей душили газом. Печи для сожжения трупов. Рвы, в которые сбрасывались трупы, вернее, укладывались с немецкой аккуратностью. Один ряд головами в одну сторону, другой в другую. Рвы, доверху наполненные кровью. И во всем и везде эта дьявольская немецкая аккуратность. Может быть, в тылу не все верят описаниям этих бесчисленных ужасов. Да и в самом деле трудно поверить, что люди, похожие внешне на нас, могли дойти до такой нечеловеческой жестокости. Но когда видишь все это, задаешь себе вопрос: кто они, эти существа, захотевшие истребить человечество? Люди ли это? Конечно, это не люди. Скоро настанет конец этим ужасам. Будет расплата. Люди мира, на минуту встаньте. Слушайте, слушайте, гудит со всех сторон. Это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, это возродилась и окрепла. В медном куле праведная кровь. Это жертвы ожили из пепла. И восстали вновь, и восстали вновь, и восстали, и восстали, и восстали вновь. Сотни тысяч заживо сожженных строятся, строятся шеренги к ряду ряд, интернациональные колонны. С нами говорят, слышите громовые раскаты. Это не гроза, не ураган, это вихрем атомным обняты. Стонет океан, стонет океан, это стонет, это стонет тихий океан. Это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, звон.